Всем частям, я шестой. Доложите обстановку, прием. Шестой, я глаз два. У нас небольшие потери от минометного огня. Но Чарли готовит следующую атаку. Нутром чую. Глаз два, я шестой. Странно, что они еще не сделали этого. Наши вертушки прибывают за ранеными. Возможно, со свежими силами на борту. Прием. Стой, я глаз два. Они прибудут вечером? Затемно? Прием. Глаз два, я шестой. Убедил штаб, что нам действительно нужна помощь. Прием. Шестой, мы тут без поддержки загнемся нахрен. Они снова идут. Отбой. Подстрелили пулеметчика, занимая его место. Помогите! Что это за звук? Обобрал мертвого пулеметчика. Да нет, ни хрен. Именно благодаря нему мы прошли предыдущий эпизод. Он так быстро погиб, потому что в предыдущем эпизоде он уже много пуль в себя принял. Выключил яркость на максимум, потому что иначе вы ничего бы тут не увидели. На самом деле должно быть намного темнее. Я думаю, что пришла пора сожрать, вернее, применить аптечку. Аптечку, а не гранату. Так, и снова встаем за пулемет. Всем частям, я шестой. Вам придется отойти. Западный сектор, приготовьтесь отступить на внутренний. Вот дерьмо! Скорее бы уже я получил приказ к отступлению. Наконец-то, отступайте. Всем в западном внешнем секторе. Я шестой. Отступайте, повторяю, отступайте. Отходите на внутренний периметр. Мы... Пора убираться отсюда. Это точно. Класс 2, я шестой. Дождитесь отхода наших ребят. Потом взрывайте фугас в главном окопе. Если они не из асбеста, то придется им бежать в открытой местности. Прием! Это будет то еще зрелище. Держим оборону. Держим до первой гранаты, поэтому надеемся на удачу, что граната не прилетит. А вот пули летают вовсю. Уже.
кажется, кончились. Опа, нет, не кончились. Не прут, собака. Да прут так, что не успеваешь отстреливать. Слава богу, они все бегут сторону. Опа, у меня полностью закончились патроны. Так, ППС 43 берем. Господи, ну и мясорубка. Ладно, выстоим.